заклятые друзья или закадычные враги? Или наоборот? Как ни называй этих соперников, матч России-Украина – громкая вывеска для всех тех, кто помнит старую гвардию российского футбола. В финале Кубка Легенд команда Дмитрия Оленичева должна была сыграть именно с украинцами. А предваряли воскресный матч за первое место встречи рангом пониже. В борьбе за пятое место победу одержала Португалия, оставив голландцев на последней строчке. Бронза досталась итальянцам. Четвертое место у сборной Германии. Но, похоже, все остались довольны. Ведь главное в таких турнирах – это спортивный азарт. А ему, как и любви, все возрасты покорны. Может быть, скорость не та, но самоотдача и понимание футбола по меньшей мере одинаковые, относительно молодых. Мы отыграли свое, и было время, когда обращали внимание на возрастных футболистов и уважительно к ним относились, потому что, в принципе, завидовать и, соответственно, сожалеть о чем-то ни у одного из них. Вот справа от меня стоит Дима Оленич. Как он может кому-то что-то там, ну, вообще завидовать плохо? Как он может говорить, как плохо футболист, когда он сам заслуженно, самый титулованный у нас футболист России, добившийся высоких, считаю, результатов. Матч России-Украина ожидания целиком и полностью оправдал, получившись сумасшедшим и по скоростям, и по накалу страстей. Фаворитами в этой встрече изначально считались именно наши футболисты. Они-то и стали вновь победителями Кубка Легенд, забив сопернику 6 голов, 3 из которых сделал Егор Титов. Именно он и был в итоге признан лучшим игроком турнира. Вратарь Александр Филимонов тоже здорово справился с задачей. Тащил тяжелейшие мячи. В итоге пропустил только 2. Это самый сложный матч вот на этом турнире. Это, может быть, со стороны так легко, да? Ну вот, пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы обыграть. Так сборная России в 4-й раз стала обладателем Кубка Легенд. Что дальше? Организаторы обещают и в будущем привлекать внимание к этому турниру. И, возможно, уже через год в Москве окажется сборная мира.